Бобтейл – староанглийская овчарка, порода собак. Другое название Бобтейл – староанглийская овчарка, большая, бурная и очень косматая. Она часто рождается без хвоста, а иногда хвост отрезают. Поэтому ее распространенное прозвище – Бобтейл – короткохвостая. Это добродушная, веселая, игривая собака, которая любит чем-то заниматься. Впрочем, порода непростая, требует много физических и ментальных упражнений, общества, мнения и многочасового тяжелого груминга. Зато она замечательный компаньон, если попадет в хорошие руки. Бобтейлы общительные, стремятся участвовать в жизни семьи. И как большинство рабочих пород, если заскучают, становятся деструктивными. Когда-то бобтейлы были свирепыми, куртенными и пастущими собаками, но теперь это гламурная выставочная порода и приятный компаньон. Популярность бобтейлов, свалившаяся в последние годы благодаря СМИ, не принесла добра. Многие собаки в конце концов попали в приюты, когда легкомысленные покупатели обнаружили, что забавные щенки превратились в требовательных сложных собак. Как бобтейлы подходят на роль домашнего любимца? Бобтейлы очень любят жить в семье. Они прекрасные товарищи по играм для старших детей, мягкие от природы, но тяжелые и неуклюжие. Однако они слишком крупные и прыгучие, чтобы рекомендовать их семье с маленькими детьми или хрупким пожилым людям. Как бобтейлы уживаются с другими домашними животными? Бобтейлы в целом неплохо ладят с другими домашними животными, если получили в детстве достаточную социализацию. Хотя к чужим собакам относятся с подозрением. Они не тронут кошек из своего дома, но погоняются за чужими. Мелкие любимцы рискуют быть раздавлены.